Современное казахстанское искусство, как в классическом виде, так и пронизанное национальным колоритом, за годы независимости сумело уверенно заявить о себе на международной арене. В сегодняшнем выпуске проекта «Art Global» мы идем по следам казахстанской культуры на ту сторону Каспия, в прекрасный и солнечный Баку. И первым делом мы отправимся туда, где на протяжении десятилетий накапливались и передавались знания – в Бакинский государственный университет. Для профессора кафедры тюркологии Фатимы Дурсуновой любимым делом стала популяризация казахской культуры. Я сама родилась и выросла в Казахстане. Я окончила среднюю школу номер 2 города Джамбула. Сейчас он Тарас, но я никак не могу привыкнуть к этому названию. Я родилась, выросла, но потом я приехала в Баку по обмену студентами. Учиться здесь и нашла свое личное счастье. Казахстан для меня остался второй родиной, ну, во-первых, потому что все самые близкие мои люди, братья, сестры, самое главное, родители до сих пор живут в Казахстане. То есть эта связь постоянно. Я, ну, как минимум в год раз бываю дома. И так получилось, что вот родина моя, это действительно очень важно, что... Это моя родина, она стала для меня моей работой, да, если сказать так, потому что я преподаю казахскую литературу. Наряду с преподаванием Фатима Дурсунова возглавляет Центр казахского языка, истории и культуры имени Абая, который находится при университете. Попадая в этот кабинет, мы словно переносимся в Казахстан. Расписной потолок шанарак и стены с портретами великого казахского просветителя. На полках собрание лучших казахстанских авторов. Этими книгами с удовольствием пользуются студенты. В 2011 году, как раз вот в мае месяце, было открытие нашего центра. Естественно, причина и цель такова, что и азербайджанский народ, и казахский народ имеют общие корни, а у нас общее тюркское прошлое. И, естественно, это нас всех объединяет. Трудно было бы представить деятельность центра Абая без работы именно у педагогов кафедры тюркологии. Наряду с этим на факультете истории у нас есть кафедра «История тюркских народов». Там тоже преподается история Казахстана. И мы видим огромный интерес наших студентов к казахской литературе. С легкой руки профессоров центра Абая на магистратуре Бакинского государственного университета появился курс «Казахские просветители XIX века». В планах проект по введению курса по изучению казахского языка. В разные годы и в советское время творчество Абая переводилось на азербайджанский язык. И вот буквально недавно, в 2007 году, мы осуществили проект, это проект нашего центра. Мы собрали все произведения Абая, которые были переведены за эти годы на азербайджанский. И также непереведенным оставались его «Карасёздер». Эти «Карасёздер» в 2017 году также были переведены на азербайджанский и вышли единым сборником. Этот сборник оказался очень полезным для наших студентов, потому что они его используют при изучении курса казахской литературы. В целом, за годы существования центра Абая профессорами университета переведено около 10 книг. Один из переводчиков – доктор филологических наук, обладатель почетного ордена «Шохрет» Рамис Аскеров, перевел на азербайджанский язык казахскую народную лироэпическую поэму «Кызжибек». 550 лет тому назад создан этот шедевр. Я сделал так, взял... Как эта книга? Я сейчас вам покажу, что за книга. На этой странице был текст на казахском языке, на той, на азербайджанском. Так и продолжается до конца. Под рукой был ваш текст, казахский текст. Еще турецкий подстрочник. Я взял, сделал ваш был поэтический и наш был поэтический. Я перевел с рифмами. Я смотрю, какие есть слова в рифмах и так далее, которые есть сегодня в наших языках, как общие слова. А где нет, я уже сам сочиняю типа. Лироэпическая поэма, названная по имени главной героини Кызжибек, жемчужина казахского фольклора. Впервые эпос был записан еще в 19 веке, а на сегодняшний день известно 16 вариантов. Поэма включена в список мирового культурного наследия, а 10 лет назад решением ЮНЕСКО отмечалось 500 лет знаменитого эпоса. И теперь, благодаря стараниям профессора Рамиза Аскерова, казахский эпос зазвучал и на азербайджанском языке. Я сделал в 17 году, когда Кызжибек взял нас из почты, отправил на имя Нурсултана Назарбаева 2 или 3 экземпляра. Одному написали ему, это
И даже, кажется, национальная библиотека одну книгу, я отныне не помню сейчас. Прошло 10 дней или почти 2 недели, 10 февраля 2017 года, я получаю это письмо. От имени вашего президента пишет мне Касымбеков, что президент Республики Казахстан Назарбаев благодарит вас за любезно переданную ему в дар книгу «Кызжибек» на азербайджанском языке. А потом пишет, что эта книга будет займет свое достойное место в его библиотеке и так далее. Это тоже войдет в историю казахско-азербайджанской литературной связи. Большую помощь в деятельности Центра казахского языка, истории и культуры имени Абая оказывает посольство Республики Казахстан в Азербайджане. Совместными усилиями были проведены международные конференции в честь 550-летия казахского ханства и 170-летия Абая. За последние 3-4 года по инициативе посольства Казахстана в Азербайджане мы создали специальный проект. Изначально проект создавался в преддверии празднования 550-летия казахского ханства. Его основной целью был перевод на азербайджанский язык и издание книг для народа Азербайджана. О больших исторических событиях, исторических личностях, которые занимали особое место в 550-летней истории казахского государства. В их числе наши писатели, биографии и творческий путь деятелей культуры, искусства, великие исторические личности, которые внесли свой вклад в наш путь от становления ханства до сегодняшнего независимого Казахстана. Просветитель, философ, поэт, гордость казахского народа Абай занимает большое место в сердцах не только казахстанцев, но и с почтением зовется великим сыном всех тюркских народов. Его влияние распространяется далеко за пределы казахских степей. А для профессора Бакинского университета Фирузы Агаевой Абай – это больше, чем просто человек. С его творчеством неразрывно связана вся жизнь. Я уже в 12 лет познакомилась с творчеством Абая Кунанбаева. Мама как-то принесла из местной библиотеки книги, среди которых была книга Абая. Я уже тогда стала ярой поклонницей творчества этого великого поэта, просветителя, демократа. Я родом из региона Азербайджана, именуемого Казах. Мой отец был одним из почитаемых аксакалов нашего края. Жители прозвали его Абаем. Когда я выросла и стала студенткой Азербайджанского государственного университета, уже от своих учителей узнала больше об Абае. Я решила заниматься исследованием творчества. Опираясь исключительно на свои силы, профессор Фируза Агаева издала 2 книги о казахском просветителе на азербайджанском языке: «Абай. Личность и творческое наследие» и «Абай и Азербайджан». Еще одну книгу об Абае, только уже на русском языке, профессор написала специально для того, чтобы ознакомить русскоязычных читателей с творчеством мыслителя. Казахские эпосы сочетают в себе художественную выразительность, глубокий смысл, захватывающий сюжет и описание бытовых традиций кочевой цивилизации, чем и привлекают многих читателей и ученых, изучающих этот литературный жанр. Один из извечных сюжетов казахского фольклора – многовековая борьба народа за национальное единство. Эпическая поэма «Кобланды Батыр» повествует о героических подвигах защитника родной земли. Честно говоря, что побудило во мне интерес взяться за перевод вот этого эпоса, вашего грандиозного, монументального эпоса «Кобланды Батыр» на азербайджанский язык, в первую очередь привлек к себе, конечно, образ самого Кобланды Батыра. Какие вот такие эпические силы появляются, что он хочет отомстить за племен, за родов, которые хотят... скажем, оккупировать его земли. И вот этот задор любви к родине, это патриотизм его, вот меня очень завлек, конечно. Кропотливая работа заняла добрых 15 лет, и в 2017 году перевод героического эпоса «Кобланды Батыр» презентован азербайджанским читателям. И, подписав свое любимое детище, профессор любезно передал книгу нам, как знак дружбы между братскими народами. Сегодня мы рассказали о кусочке Казахстана в Баку, центре Абая, о людях, что связывают себя с культурой народа по ту сторону Каспия. Для кого-то из героев программы «Казахская литература» – это возможность изучать, сравнивать, просвещать. Для кого-то – любовь к произведениям Абая или нить, что связывает с детством и родиной.